Всем привет, дорогие друзья! А мы снова играем в эту замечательную игрушку, которая вынесла мне весь мозг в самом начале. Ну чё, давайте продолжим. Так, мы уже поднялись на третий уровень, глава 2. То есть третий уровень, включая обучение, которым я тоже много раз просрал. Ну чё, продолжим? Ягоды маленько. Так. Все, за 3 недели дальше. Так, интересно, двери можно открывать? Ладно. Странно как-то просто. Ага. И что тут делать? Так, ну давайте попробуем. Вот так вот. Так. Не пойму. По идее сюда же как-то вовнутрь можно попасть. Так. И что мне делать? Каждый раз какая-нибудь новая хрень. Так, идем дальше. Может, на сей раз что интересное найдем. Фига себе. Неплохо. Клубничка. Как пройти? Может, эта хрень поможет уничтожить ее? Не знаю. А, любую кнопку нажимаешь тоже самое. Ну, понятно. Это чисто, чтобы чекнуть, что где. Так, мне ясно то, что мне нифига не ясно. Идем дальше. Сорян за мой микрофон, он такой ущербный, как и его хозяин. Ага. А, бля. А это только оттуда, если подниматься, я понял. Чу. А. Да ну ёб твою мать. Как же ж мне везет на такие уровни. А, надо было еще раз вверх, я понял. Сейчас опять только пол игры пройдет, чтобы я понял, что делать дальше. О, я понял. Что такое, дурак, не понял. Блин. Да, тяжеловатая игрушка, но для меня, по крайней мере. Давай, долетай, все, умничка моя. Так вот, паркурим. Да блин, я хотел запрыгнуть на него. Так, я что-то... А. Так, все, немножко напарили систему. И что это? Хер. А, тут ведьма. Привет.
Кира. Типа нас в зазеркалье засунули, да? Или чё? О, прикольная фигня. Мне нравится. Типа сверхспособность получили, да? По идее так стол. Ага. О, лайфхак. Я. Кстати, удобная такая хрень, я вам скажу. Так, я уже думал, это монетки. Ладно, как всегда, клубничку я не смогу собрать, потому что я слишком тупой, чтобы думать. Так, у нас что получается, хопа, и мы тут такие, бамс. Типа... Так, я понял. Почему-то у меня порой рывок просто не срабатывает. Или срабатывает, но с опозданием. Блин, а так все хорошо начиналось. Вроде нормально же общались. Я типа сквозь текстурку или что? Так, еще косарик. Блин, почему нельзя проходить сквозь деревяшку? Не, эту клубничку я точно соберу. Так, собрали. Идем дальше. Точнее, назад. Так, нифига вы нам такой бонус дали. По-моему, там хрень еще. Да, вот еще такая вот хрень. Давайте прыгнем вперед. Я еще и приболел. Все, ништяк. Так, еще одна кучка. На сей раз я их уже получше начал собирать. Так, и давайте поднимемся вперед. Так, по идее, когда летишь в этой шняге, ты не можешь управлять. То есть, ну да. Это, по идее, надо... Угол такой подобрать. Опа. Опа. Ну да, типа в ней застрять нельзя, потому что... Мне кажется, та ведьма все-таки засунула нас в это зазеркалье, тем как мы через лед начали проходить. О, здорово. Дорогуша, придержи коней. Кто здесь? Просто обеспокоенный доброжелатель. Типа я не понял, да? Ты это я? Я часть тебя. А почему часть меня выглядит так жутково? Я не накрасился. Да, какая уж есть, мирись. Прости, я нет. Ладно, проехали.
Ты даже не представляешь, какое это облегчение наконец-то выбраться из твоей головы. Ну знаешь, я за нас волнуюсь. Хобби нам, конечно, нужно, но это... Да, я понимаю, звучит глупо, но мне нужна эта гора. Ты кто угодно, дорогуша, но точно не альпинист. А почему бы и нет? Знаю, что в этом ты не сильна, но хоть разок включи логику. Ты ведь понятия не имеешь, во что ввязалась. Ничего не выйдет. Именно поэтому мне это нужно. Ты что, слабая часть меня или, может, ленивая? Прагматичная, а сейчас пытаюсь быть еще и дипломатичной. Пойдем-ка домой. Вместе. Типа... Хера. Ты чё злая такая? А ну в очку иди. Ну, как говорится, на клубничку время есть всегда. Опа, да? Какой развод, а? Ой, блядь. Сам себя развел. Так, а это уже намного интереснее становится. Мне пизда. Можно еще такой прикол сделать? А, нельзя, да? Ты ж зараза, фиолетовая, сиреневая, ладно. Опа. Но она... Тут хорошо тем, то, что она повторяет каждый мой шаг. Так, а это что за синяя херня? А, я понял. Типа ключ и замок. Все. Доперла. То есть можно своими же ошибками истопить ее. Так, теперь надо быстро думать. Ой, бля. Так, надо просто придумать, как быстро пробраться туда. Я понял, все. Сейчас все будет. Раз, тут стоим. Агрим ее. Да. Так вот. Ой-ой-ой, не долетел. Так вот. Все, да-да-да, я был прав, то есть сделаем так вот. Хотя бы так. Тем более, траекторию, где она приземлится, мы знаем. Давай быстрее. Погнали. Ух, нихуя их тут! Трр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 рr Каждая... Да. Каждая повторяет наше движение. То есть один неверный шаг и все, ГВП. Бамс, бам. Примерно они появляются через 2 секунды после начала движения. Так, поэтому мы все делаем очень быстро. И не тупим, как я это люблю делать. Бамс. Бамс. Опа. Быстрее. Я уже просто не знаю, что делать. На самом деле, игра довольно тяжелая. Бамс. Поэтому... Ай, дурачок.
Забыл же, что здесь нет двойных прыжков. Ай, все, пиздец. Все заново, ё-моё. А им с каждым разом все больше и больше. Я надеюсь, это не из-за того, что я сдыхаю, типа. 4, 5. Давайте посчитаем и сдохнем. Их 5. Теперь. А, ну да, все то же самое. А, ну тут я уже все оливаю, потому что я тупо. Сразу. Надо наоборот путь дольше делать, чтобы был потом шанс, если что, свалить. Блин, забываю то, что при падении, даже не использовавший прыжок, я не могу его использовать. Это немного непривычно. Так что надо сразу делать, блядь, рывок. Ладно. Давай, ломайся. Интересно, а ее убить как-нибудь можно? Ну, типа там, багами. Или будет какое-нибудь оружие потом? Наигрался в платформерах, теперь отпрыгиваю от стены. Ну вот, как это назвать просто. Так, харе, ошибки уже совершать. Давай, поднимайся. А их так много, теперь я не смогу сделать ни одну ошибку вообще. Раньше, хоть делаешь ошибку, можно было быстро справиться. Сейчас нет. Так, оба-на. Оп, цепляемся. Сразу зацепиться. Так, запомнить надо то, что тут просто делаешь рывок. Оп. И все. Все, ништяк. Так, один ключик. Опа. Блять, разъебался. И все заново, ёбаный рот. Да, тяжкий уровень. Это самый, наверное, тяжелый уровень, до которого я доходил. Но тут еще плюс в чем? Тут надо это делать на скорости, а на скорости игры я вообще терпеть не могу. То есть я люблю подумать. Блять, думать-то нечем даже. Опа-на. Опа. Все. Раз. Да дебил, блядь. Так вот. Делаем вот так вот. И пробираемся вниз. Надеюсь, тут будет сейчас какое-нибудь сохранение. О, да. То есть, мы сохранились. Опа. Наверное, вот про что-то бабулька говорила. Типа то, что... О, не все приходят туда со своими мозгами, то есть разумом. Наверное, это все виновато, это зазеркалье. Хотя, хз. Не, ну тут явно что-то неладно. Не может быть в этой игре все так просто. Да, блядь. Пиздец. Что могу сказать? Вот. Извиняюсь. Вот случайно не туда нажал и все. Так, надо запомнить то, что сразу. Бамс. Может нахуй эту клубничку? Пусть.
Так, надо зацепиться, отпрыгнуть, потом уже рывок сделать. Ну да. Чё-то... Геймпад, чё ты издеваешься надо мной? Всё, клубничку мы поймали. Возвращаемся обратно. Сейчас опять эта ведьма придёт. Видно сбежать. О, ларёк-марёк-марёк. Здорово. Ну чё, ты ответишь, нет? Алло. Хуй, был бы не дало, ага. Ты что, с таксофона звонишь? Да. Нет, стоп. Это ведь ты мне звонишь. Звонишь. Что ты имеешь в виду? Ладно, неважно, у меня неприятности. Меня кто-то преследует. Я не очень понимаю, что происходит, но чувствую опасность. Просто чувствую. Мэйр, ты не звонишь. Ты мне звонишь только тогда, когда у тебя приступы паники среди ночи. Не нужно выдумывать всякие глупости, чтобы привлечь мою внимание. Я ничего не придумывал, а вот ты как раз вечно. Эй, потише, все в порядке, остынь, прости, милая. Давай, рассказывай. Я поднимаюсь на гору Селест. И я нашла старое зеркало, а оно разбилось, но часть меня сбежала и... Я что, все еще сплю? Мэйд, конечно спишь. Мы уже целый год не общаемся. С чего бы мне звонить? Фу, куда я лезу? Зачем мне эта дурацкая гора? Хера поворот. Вот и я думал. Пора все бросить домой. Так, эта игра мне вообще начинает нравиться. Просто все больше и больше. Хера мне что приснилось. Так, что это было? Если появится льдина, то получше. Как ты им оказался? Опять чей-то самолет крал. Не, я хочу дальше пробежать, потому что очень интересно. Типа ништячки интересные. Не, тут какая-то хрень. Здорово, Питро. Эй, мэйд, у тебя получилось? Забраться сюда было трудно, но оно того стоило. Погляди только на эти руины. Я столько потрясающих снимков сделал. Хочешь взглянуть? Ох, конечно. Давай, показывай, что там. Тео, это просто волшебно. Может, теперь я повелю... А, я понял, может теперь я перевалю за 1000 подписчиков, я тоже на это надеюсь. Ой, нам ведь нужно официально запечатлеть такое событие. Ну же, давай сделаем селфи. Даже не знаю, так вот сразу надо подготовиться. Давай, это просто, готово. Чего? Не, блядь, прикольно вообще. Ладно, прости. Не бойся, я не буду публиковать. Нет, все в порядке, публикуй на здоровье. Сдохни от спида, я просто не фотогеничная. Мэйд, не будь к себе так строга. Без всяких фильтров все они фотогеничны. Ну, секси. Небрежно, но изысканно. Так, что еще нам скажет? А как ты решил заняться фотографией? Дедушка очень увлекался. Вообще говоря, он был довольно известен среди профессионалов. Вряд ли я смогу достичь того же. Но мне приятно, что у меня с ним такая связь. А ты твердо решила идти на самый верх? Гора высокая. Да, я дала себе слово. Раньше я всегда нарушала такие обещания. Цель в жизни, понимаю. А я вот так уверен, что пойду на вершину и не... Ну... И разворачиваться пока не хочу. Там наверху данные передаются. А, типа сеть. А у меня не смартфон. Мэй, даже не знаю, что тут сказать.
Ебать, дрянь. А, все, типа, он заткнулся, я больше не могу себе дело пустить, да? Не понял. Опа. Блять, но в такую херь по-любому можно будет как-нибудь забраться. То есть, да, если бы я пошел дальше, то я бы к этому типу не заскочил. Так. Ух ты ж, ёшкин кот. Не, игра вообще просто лютая, интересная, прям, сказочка. Пяу, пяу. Опа, стопэ. Я понял. Так, вот тут попасть. Так, тут, по идее, нельзя делать крышку. Ну, типа, рывков наверх. Да, рывок вверх нельзя делать, по-моему. Чё, я зря сюда полз, что? А ну-ка. Чё, как-нибудь. О, ништяк. Ещё одна клубничка. Но эта игра даже немного криповая. Знакомое место, да. Алло? Привет, мам. Мэйд, какой сюрприз. Как твоя поездка? Все хорошо, просто немного... Столько всего. О нет, у тебя опять приступ паники? Дорогая, сосредоточься на дыхании, я с тобой. Что случилось? Ну, думаю, на этом наша серия закончена. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Комменты читаю все. Ну чё, до свидания.